Всем привет! Привет. Привет. А мне говорили, что ты бафать, я это, музыку слушал. Что ты бафал раньше? Не помню. Ничего не бафал. Каски. Каски бафит. Панга кидай. Чек. Моровит на двоих, на него напуливаем. Вот у Вейна теле. Идем в три хила, значит сейчас выбираем максимальную дистанцию. Только друга во время вихри. Ваня готов? Да. Глупые смертные. Думали, что одолели нас. Вей, Сакура напи... Непобедимые воины короля Лича! Теперь наши силы едины! Восстаньте, братья, и уничтожьте наших врагов! Наксанар был назван недоразумением. Сила света позволит Валанару свершить отмещение. Давай, рост. Давай, Соку. Теперь моя чаша полна. Сиарак. Бля, я к стенке отбежал. Я тебя откинула к стенке. В смысле, я стоял упертый в стенку. Давай, Андреага. Май, там Лисю. Опять разбежались вихрь. Смотри, без запахалки падаю. Он без ДЦ, вы, короче, не чё. Подбейте там под стенкой кинетику, пожалуйста. Кого поднять? Дрисю говорил поднимать. Ну, давай, посмотри на карту. У тебя есть фреймы. Выдели Трисию. И где он лежит? Олень, отводи босса там. А ты перепух. Подымай Хизифилакса. Верно, не врага. Давай, Ваня, давай ты поднимешь его. Каску кулак повара. Значит, ты РК. Что, ты на кого-то риск? Не, не надо уже. Но он не РК. Ты раснул Бернегара сейчас, да? Давай, Акру отбежали друг от друга. Вен, короче, я не знаю, как вы играете. Без ДЦ вы просто... Подбейте на площадку. Без ДЦ вы куски мяса, короче. Вот, соблюдать тактику. Весь рейд просел на 15% КП. 5 Сакра, 5 надо дистанцию набрать. Чё ты? Аль, приспекайся в лице. Павших. Там кто-то сплит нажимает. Короче, чтобы играть без ДЦ, нам надо хорошо соблюдать пафших. Мы этого не делаем. Придется идти. Сразу вопрос, катушка кому-то надо?
Да, мне нужна. Подожди, не агри. Хотя бы давай их могу закондол. Резидент, кружок, я звездочку. Готово. Сейчас, минуту. Войт, понятно. Войт, иди ты, контроль, кружок. Его минута. Да нормально все это. Играем в тактиков, которые приходят в рейд. Надо отвести мобов подальше, чтобы АОЕ скиллы не задели метки. Стан по кружку. Квадрату стан. Маги, где кольцо льда? Где гнев небес? Я не вдавал. Варианты исхода какие? Можем пронести это целка быстро. Брать еще одно, потом РС, либо. Там чалиться осталось минут 40 без вайпов. Брать в эти, в тактиков. Наш один умник запустил эпохальный режим в пол первого ночи. Джерри. Не, не Джерри. Там не было в рейде вообще. Ну там, короче, не сложно. Там надо просто хороших хилов, ДЦ особенно. Там одновременно кидается вихрь и пак на трех людей. На двух боссах. Короче, действующие ХП и все одновременно скиллы. То есть одновременно может шарик от Элдорама прилететь и вихрь. И эфир. Эфир, дисплей. Там говорили, тайминги починили, теперь 4 секунды разницы. Это 4 секунды. Ну, если между что-то билками починили, босса, там, да, еще. Классно, что вы одновременно говорите, ничего не понятно. Давайте бафаться заново. На рейда падало. Катушку ролили? Не, не ролили. Перепух Адам, он один кидал ролл. Шкину. Журка говорил. На катапульте Адам. Все подтвердили готовность, пошли на позиции. В центре РД сбоку. Его напуливают, что ли? Ну, кукус ловит. Пух, выходи с рейда. Блять, мы без хулипала, да? Да хулипал надо? Нет, я за джагу не могу. Да, поменяю. Да, без хулипал. Ай, почему?
трубе. Ну давай Сакру. Давайте рост. Метка. Нам не кажется, что что? После что я говорил, стали. Либо я давно не собирал ЦЛК, а собирал просто анбафы. Это мне так кажется. Что это за херня? Что это за карусель? Да? Ты похавка тебя? Так. Что там надо сделать мне? Кинуть ДП за коту. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. Однако освещение защитника. Пробьемся через зал. Троллим. Давайте сзади Вальку сольем. Где Вальку сольем? А, она уже улетела. Ладно, давайте трэш играем. Уже улетела. Так, Тоби выше всех. Передавай ему. Бернигар придает ему. Каш потом. Пирал, да, уже? Да, Зелон. Передавай Зелону по печенью. Дай звездочку. А у кого печенька-то? Эрнигар. У него. Все, он дома. Ульта трейд мне.
Дохнут все. Спасибо. У хила есть в рейде. У меня. Все. За Ваней будем летать. Два шамана и... Рисы. Я сам ДТС. То что? Он Джеймин, да, и сам ДТС. Альпич, пока один подхилишь, я тебе помогу, если что. Перист написал. Нет. Идем Трисию. Пятман, Тоби, у тебя есть Растрашиман, кстати? Аферист. Так, все подтвердили готовность. Можно начинать. Чужаки ворвались во внутренние покои. Приоритет убийства мобов. Чали. Спортсмены. Цесари. Лево. Чего ты умер, расскажи. Ну, моб сейчас бегает почему-то по рейду. Бега. Убил катапульту, перекуп. Большого. Дряга, ты подымай перепуха. Вэй, ты здесь? Короче, у меня вот скрин, где написано, что он подтвердил готовность, а он нихуя не, походу, не подтвердил, либо вылетел. Ну пускай он танчит один. Точка. Короче, смотрите, большой вылазит, и мы его сначала вообще не трогаем, бьем мелких. Вон, играйте в этого, в Верховного Мага, ждоса не бейте. Ну понятно, что у нас минус 2 было. Там самое главное, то, что в играем в мага, в скелет вышел слева, быстро слить. Альпич, быстро с диспелли, Моровин, да. Справа маг. Ладно, справа он просто стоит, играйте справа в алгерного зомби. Моровин,
Отойди к воротам, не забегай туда никогда больше. У нас протопал просто вылетел. Конечно. Извини, ты поставь пару коней, если не летаешь. Играем все в подавление слева. Может помочь открыть дверь? Тоби, отбеги, поставь корни. Катапульта глыбу прожми. Когда? Олег, меня выкинуло, я сейчас перезахожу. Короче, поедем на отхил, потому что пиздец. Хватит, справа два мага. Потом гим на отхил. Рост, может? Ну и какой ты рост сейчас придумал мне? 26 лямов у босса? Так. Давайте все играем подавление справа. Играем в скелета слева. Сначала в скелеты играем. Теперь играем в мага, не в толстяка, в мага играем. Под морду у толстяка не стоять. Блять, какой-то умный чел перетянул походу мобов. Брейд он взорвался, все получили урон. Форм тема. Да нет, это не Морвин был. А больше нет Фредди. Станьте волдырного зомби. Кто не сбил каска? Я излечилась. И Зера, даруй мне силу покончить с этими нечестивыми. Там, чтобы сбить каст, надо использовать класс на 100%. Ты заходишь, Вэй? Вот мы оттанчили, отхилили в одного хила танка. Знаешь что? Вэй, ты заходишь? Да я потанчу, если чё. Да мы теперь с профа меряем ХПС. Давайте, ну, ну в рейде 30 минут, так что не фкшим, быстро стреваем трэш, не отходит. Кан, тяни мобов, это мобов возле Синдрей. Мобы идут внимать. По звезде и сушень.
Квест прожил. Если квест прожать и автоатакой не будет, то мана восстанавливается. Вэй, ты здесь? Кого это будет танчить? Стреляй по обратно. Берем. Тему убираем с агресса. Спасает от притяжки незыблемость антимагия. То есть ты стоишь, прожимаешь, бьешь дальше, не умираешь. Другое ничего не спасет. Давайте шкафчик. Так, хилы. Мальпиш, Столб, Транга, Шизар. Пятым будет Прися, будет пятым. Так. Стебьем взрывом разума. Блин, спорили, там дайте ему на хп. Я не в хиле, если что. Дайте ему. Спасибо, Печима, за то, что спасает рейд. Какой-то умник. Агрит босс уже в какой-то. Лак, обновляем по хантам. Саша, ты обновляем 4 хилем, да? Крис, ты успел спекнуться? Нет. Хилов нету. Так, один ДЦ хилит, освобожденку не набираем. У нас будет притяжка, будет дашь сакру под конец притяжки. Беги, малышка, беги! Бежали.
Блять. Это ты, короче, начал слакать по КД. Опа. Скрин. Заметили? На Синдре наличие по КД. Пати, не носим метки. Прячемся за метками. Не скидывай кошам никогда метку. Дайте кидам на морозинтово БДК. Я не скидывала. Кто это? Кто раскинул? На мне метка, я не скидывала. Кто это был тогда? Бейте метку. 15к на метке, блять, ну вы что, ебланы какие-то, пиздец. По-нормальному с вами нельзя общаться, что ли? Босса агрите, блять, метки сливаете. Неадекваты какие-то, блядь. Давай, перепух, поднимай катапульту. Или КД у тебя? У него КД, он поднимал меня. Сейчас уже стой, потом дам. Кто сейчас тебя поднял? Кто сейчас тебя поднимал? Меня. Перепух. Да, ты так еще быстро встаешь. Тяжко сейчас будет. Два хила хилят. Олег, ты что, разобрала, добрал уже? Не стакали ничего. Бежали. Давай сакру, если есть. Там так что есть там мои. Так, давай, я пою гимн на ману, все на ретранга, ставим тотема на ману. Ну хоть три се в этом. ДД шмоти бьют. Короче, вторая фаза. Никто ничего не стакает. Потому что у нас 4 хила. Если мы вайпаемся, кто-то умирает от морожения, не до хила, мне все равно, я просто кидаю всем ГП, кто умирает. От полученного урона там. Далее. Будем считать, что не повезло. Смотрите метки сами. Тихо, урон от метки. Один топ. Ряга, после взлетки подымешь Magic Story. Твои метки. Все, больше ничего не стакаем, ждем второй фазы. У кого гимн на хп есть еще плюс в чат. Угу. Бафы по Magic Story, лапы, интеллект. Ласку крест. Потом у тебя гимн на хп есть. База пошла, метки все вперед. Рейд встали в квадрат. Толп под босса. Остается 3 хила. Правее встань, ты не по центру стоишь, правее. Так, сливаем метку сейчас. На ком освобожденной магии никто ничего не делает. Спала, можно убить. Тоби под босса. Два хила освобожденная магия, два хила хили. Метку не сливать, милики отошли в РДД зону. Два ШП улетело. Ты еще под босса. Под босса, блять. Тол, подбегай вправо. Давай рост, сливаемся метки. Под босса метку, милики отошли. Не стакать ничего. Сливаем метку. Милики отошли, глыба сейчас будет. Хотя бы хлопать, им хоть дальше отъедал. Да блять, перепуг, заебал ты отходить и хлопать, сука, ну стой, не бей ты ничего. Бежали метка. Так, перетяжка, не бить метку. Метку не бить. Беги, малышка, беги!
Следующий подбосс. Нахуя вы ходите право-лево? Метка вреди, метка вреди. Перетягиваться. Сливайтесь сейчас метку. В чем проблема встать в одну точку, не притягиваться? Клота, подбосы, милики отошли. Два хила с изводженной магией. Два хила хилят. Сливайте метку. Иди, я забрал босса. Разул под босса. Паджик Стори копит стаки. Опять играет на себя, а не на рейд. Тупо хуярят в босса, а не в склеп. Поэтому я тебя не беру в рейды. Сейчас тупо выделял 30 секунд, ждал таргет. Катапульта под босса. У тебя, Magic Story, 7 стаков. Сейчас на тебя кидается глыба, и ты просто умираешь. А потом умираем и мы. Давайте, Сакру. Бежали от притяжки. Элистер в сторону, можно зергать теперь. Олег, место есть там еще? В ЦЛК? Нет, места. Убрал человека давно уже. Ждали. Да. Проблемы были с интернетом. Да. Поэтому у нас и проблемы в рейдах. Ну, блядь, я не виноват. Я не про тебя, я про Трай на Синдре. Кто-то сагрил нечаянно или чайно. Жал подамажить. Давай валик убьем. Не надо никаких сейчас валик убивать, если они далеко уже. Дай на замену хоть пати, посижу на замене. Если что, я тебе кину пати. Хорошо. Пати надо кому-то? Рэпа, перепух, Тори. Бегает почему-то в сторону, бьют босса. Потом не отлетают на притяг боссу. Обратно бегут в рейд. Будет урон. Да, нет, носки. И так дальше. Какое кольцо на силу, которое? Пепельное. Так. На силу мощи. Так, что там, уже все дошли, да? Не слышно, нет? Что такое? Я нафиг шерил. А я тебе за сколько дал? За половину, да. Я просто неправильно посчитал. Отними, сколько там? 40 гп, 137 метров. Половину отдал. Ладно, давайте по тактике. Диспелит, Альпис, Чуму, Трисия. Кружок станет. Президент Сромбик уводит трусы. Вторая волна Вали, Клота, кружок станешь. Никаких нюансов нет, если ты за ханта здесь играл. Запад отдавать под этого, под чек. Фулба. Наливать инер по команде, прожимать дубовую кожу, если тебе проходит большой урон. По классу особенного ничего. Только наставлять звездопад в комнату. И подвали. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне... Так, пушк. Квадрат будет. Разул, не забывай кидать проклятие косноязычие.
что замучил и пары играть по валькам с подрезанием. Ты пройдешь через эти мучения. Во второй фазе мастер аур паладины. Вы можете распределить в ПМ, кто кидает мастер аур по очереди. Аура от темной магии, например. Двоет каплю сакру на переходке. Не, точнее не переходке, когда жнец идет на БДК. Все, сейчас будет бой. 3 секунды. 2, 1. Топ, рисковый. Нелики ловушка. РДД смещайтесь. Звездочку хмелицуну или что ты делаешь там слева. Понятно. На мне чума. Пойду вынесу чуму. Кто раньше меня диспелит. Она. РДД ловушка. Бежали в... метку. Звездочку вставь. Сейчас новая ловушка. Минимум, договори. Отдал маг. Блядь, сука, ну кто это фонит? Ёбана в рот. Ты ненормальный. Перепух. Милики, ловушка. Мелисинелли, снимай вступление с первого моба. Шаркающего. Сейчас будет второй шаркующий. РДД ловушка, вот кружок, снимай вступление, кинул. Шаркающий на рейде. Сатаррэпа чума. Стали в звездочку. 7% еще. Так, РДД опять ловушка. Мелизону проводи, Моровин дальше проводи. Вот тоже проводи трэш, дальше проходим. 75%. Ждем ловушку, потом будем на крайке. 5 секунд на ловушке. 73%. Милики, ловушка. Все на край. Сейчас будем чуму выносить. Звездочку встали и выносим чуму сейчас. Вот чума. Давай. Давай, на край видели чал. Ловушки не будет. Сейчас будет переходка. Все на край. Дайте зубы. А, все. Все, все. О, все. Так, ну давайте. Потом гимн на ману. Тушением по мобам играем. Ставим тотемы, инеры. Надо уже сейчас залить эндриага и перепух. Играем не сливать шарики. Альпиш, диспель, магиус, Морвинга. Морвинг, пытайся сбивать косты этим мобам. Опять косноязычие должно там висеть. Петь. Но она там далеко пока. Татарарэ по певче бьют сферы. Мели сунели. Больше никто не бьет сферы. Судя по рекаунту у нас. Так, давайте. Задача добить моба. Бить сферу. Все, идем в звездочку. Встали. Рост откатился, можно дать. Звездочку встали, чтобы в разные стороны вы не разлетались. Фотон не в звезде стоит. Дальше Чимхант. Молодец. С центра все вышли, играйте по ромбику. Перед вальками не стоять. Осквернение на транга. Что делает хил в мини-зоне, непонятно. Смещаемся все в центр. Так, Лота, не забывай, застанешь кружочек. Трусы войд. О, с осквернением отходим влево-право на первой вальке. Сейчас будет время X. Дашь сакру под осквернение. Все, разбежались, выбежали.
Молодец. Два хила схватила, прожмись, Моровинг. Играем все вальки. Через ромб играем, присты в ромб играем. Ромб надо замедлить, стана нет по рамбу. Отлично, теперь трусы. С центра все выходим, будет осквернение. Джустори, с центра выйди. Не 5 секунд. Осквернение, с этого рэпа, все, теперь в центр идем. Идите в центр лича. Ищем звезду. В один останем вальки, стан откатился. Так, Эндриага и Хризефилакс. Ромб не трогать. Пейте ромб. Посмотрю ромбик. Ромбик кастует пытку, блять. Два пальца обдотали, заебись. Мы любим ДПСить. Играйте в лича, осквернение на Тоби. Давайте все на край. Я для умелых пою. А, нет, это не на край был. Спокойно. Я вас наебал, блин. 50% еще. Сейчас будут вальки. Давай в центр идем. А, капли нету. Сейчас, если жнец будет хилить, ДК хорошо. Морвин, прожми незыблемость. Последние вальки. После валик будет осквернение. После третьей вальки разбегаемся. Разбежались. Играйте кружок ромб. Блять, прям валька. Просто красава. Это отличнейший скилл. Специально. Нет, даже не знаю, что это. Не хочу даже думать об этом. Так, 4%. Давали 19 секунд. Должны успеть. Стоим пока бьем. Осквернение 9 секунд. 3, 2, 1. Осквернение на... Давайте все на край сейчас пока смещаемся. Станем вальки. Пою для особо одаренных гимна ХП, чтобы не умерли. Проблема... Что у нас обычно? Позиционирование рейда. Где неправильно стоите? Кому создать? На Морвинда можешь ждать. Magic Story у нас особенные шары не бьет. Я сейчас прожал тучку, убил один прист с этого рэпа. Ну их мили сумели еще немного. Что будет, если я вылечу с игры? Пизда, наверное, будет. Три шара придут. Называется игра на рейд. Давайте в ромбик играем. Так, последнего духа не трогаем. А, он еще фотон уже 38-ка набил. Молодец. Тоже хороший игра на рейд. Дот эти последнего духа. О, можно теперь сыграть духа. О, перепух, Эндриага, оставляйте звездопад на комнату. Прямо сейчас прожимать. Будешь отдавать мастера, расскажешь, потом я следующую комнату отдам. Жаль. Ставь сейчас резиденцию КД. Я на переходке давал лед. Килить будем. Бежал. Так, РДД, играем в духа, милики, босса. Так, смотрели на духа в воздухе, на другой край перешли теперь. Морин, прожмись вниз. Все, дух убит, отходим все к личу, РДД. Осквернение 5 секунд. Осквернение не к духу надо выносить, а... Хотя бы по краю, слева, справа лича, чтобы вас потом не убило от этих же духов. Вернигар, молодец.
Ваня, поднимай Альпича. Есть БР? Андряга, поднимай Альпи. Все, вижу. Надо никого поднимать. Фантастический рест. Дали в звездочку. Вот на таких мелких слаках у нас происходят вайпы. Ну, по сумме вот этих мелких слаков. Кто-то вальку не замедлил, кто-то не играет в сферы. То есть это сквернение под вальки, поэтому мы вайпаемся здесь. Кто пулит босса раньше времени. И бомба, подождем. Жаль. Так, инеры обновили по шаманам. Сейчас будет выход с комнаты. Мы идем за звездой от духов. Духи спускаются на рейд. Давай, если есть тотемы, поедем на ману. Сквернение. 2 секунды. На танке осквернение милики отбежать. Веди к звезде босса. Молодец. Осталась последняя комната. 20-10. Да, почти. Ты про вайпы. Она залезет, шаман. Сова там работает над инерами. Вижу, работает. Ну, давай посмотрим маны. 6к маны ранга, 300 и столба. Нормально, захилите. Да, на комнату хватит, а там уже так, выход. Идем к трону. Вернение среди трона. Так, кто там умирал? Альпич. Для него можно рост дать. Ой. Побей там пышками, побей босса. Испы скастуются быстрее. Знаешь почему? Это все Гер. Да, это из-за Гера. Сомнений нет. Вы так. Герои Азерота. Вы преодолели все препятствия, которые я воздвиг перед вами. Сильнейший из моих слуг. Да, есть версия, что он решил играть как 70% нашей гильдии, играть на каждом боссе. Как девочка, на которую отвечу. Да, я могу объяснить его, что он падает. Резки здесь. Так, сейчас 20-12. Тоже сделать. Можно еще собрать целка. Геру. Конечно, целка 20. Да можете резко Геру. Рез ждем, алё. Пахал? Нет. Резко. Вдруг я пойду престолом, вдруг там упадет плащ. Надо тут и не попытаться. Если там будет алебарда, то он не будет рулить пианат. Ролю. Если надо, там потом зайдут кем-то рейд, еще по рейду. Подведу. Скажешь, что по рейду еще раз? Там что там или раз, как это хорошо. Хорошо, тогда давай, раз ты так хотите. Давайте РС. Ваня, по рейду.
Да я зайду на мага, паролю плащ тоже. Классная идея, мне нравится. Да? Мне тоже. Не, я пойду вырос. Роль плащ, только я рылить не буду, я не умею. Да я не... Я не тебе говорил, я поэтому вареньком придет и пойрелит. А я соберу рейд. А какой у тебя пэр на плащ? Не знаю. Да она высоко, она выше будет, чем ты. Ну да, я уже это заметил. Ладно, тогда не пароль, уже плащ. Жаль. Хватит, Артас! Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Наконец, я свободен. Ладно. Я думаю, можно. Поднимитесь, воины света! Понимаете, сейчас обычно... Рейд, цел... наверное, отбирать в течение месяца. Это как анбаф с ДЦ в этом рейде, наверное. Посмотрел на совете. Маркус. На офф. Дмитриус на офф. Это шляпа, вот теперь где? Да не, не шляпа. Ты не найдешь шмот нормальный. Да я уж собирал его. Ну и сколько там СПД больше? 100. Ваня, а ты кем будешь релить? Кого нет коней? Кто хочет коня поролить, плюс ставим. Жирен, ты на кого ЕП? Да, кикает ранга. Или нет? Или да. Так, ладно. Вейн, ты на скольких там боссах был? Если ты врагаешь. Ну, до совета. Ну, совет убили, и все. Ну и Лану тогда убили. А, ну и ладно, да, я забыл за ним. Ну там 700 ЕП накинем.